Всем привет, подписчики! Хотел рассказать и показать вам один необходимый прибор, достаточно дешевый, так называемый ориометр стеклянный виномер бытовой. Продается в магазинах для торгующих аппаратами для самогоноварения. Очень удобный прибор тем, кто занимается заготовкой сока березового сейчас, кленового, и делает напитки для потребления. Это ориометр бытовой, но называется виномер. Цена его менее 100 рублей. Сейчас покажу, как им пользоваться. Вот это у нас в стеклянной мензурке залит сок кленовый. Мы на нем сейчас проверяем его исходную сахаристость, то есть содержание сахара. Вот я опускаю этот виномер. Он должен у нас всплыть. Вот он всплывает, виномер. По верхней риске его мы определяем процент содержания сахара. Вот в этом исходном, вот я показываю, 5% сахара. То есть в этом кленовом соке заготовленном сахаристость 5% по верхней риске. Из этого кленового сока мы готовим квас. Видите, 5%. Но он должен измеряться, показания при температуре 20 градусов. Это температура 20 градусов, температура самого не менее 20 градусов самого исходного материала. Вот такая штука, виномер, нужна всем. И он дешево стоит. Спасибо за внимание.